Сегодня суббота, 12 марта 2022 года, 6 часов утра. И у меня появилась такая мысль, что обычно я стараюсь размещать свои аудиоразмышления уже в таком, ну, более-менее сформулированном виде, ну, в виде чистовика, если так сравнить процесс творческого создания или музыкального произведения, или литературного какого-то произведения, то вот всегда перед тем, как появится окончательный продукт творчества, сначала появляются черновики, то есть некие идеи. Вот у музыканта, например, он какой-то музыкальный отрывок в голове у него появляется, и он над ним начинает работать. Или у какого-то автора или философского произведения, или художественного произведения, литературного, появляется некая идея, о чем можно было бы написать сюжет, и он начинает, ну, вот, работать над воплощением этой своей идеи, и в результате у него получается много черновиков. В этих черновиках какие-то предложения потом зачеркиваются, вместо них добавляются другие предложения. Вот процесс мышления фактически можно и в уме те же действия производить, которые вот я описал чуть выше. То есть можно например, человек размышляет над какой-то темой, и у него в сознании появляются некие семена неких идей, которые они хотели бы вот изложить. Ну, например, в словесной форме, вербальной. И вот иногда удается сразу начисто, вот пошла какая-то мысль, и ты являешься передаточным звеном своих высших каких-то проводников, души, ментального тела, и вот озвучиваешь то, что там начинает литься через эти проводники с более высоких, ну, может быть, даже каузальных каких-то планов. Вот. И сегодня я вот решил выложить свои черновики именно своих размышлений. Как рождаются вот некие мои те аудио размышления, которые я выкладываю на YouTube. И поэтому вот сегодня будет немножко непричесанные такие какие-то результаты неких идей, которые я попытался озвучить, но еще не привел в надлежащее состояние чистовика. То есть там что-то только является осколками каких-то мыслей, еще они не упорядочены и не изложены в виде цельной какой-то структуры. Ну вот, тем не менее, мне кажется, это тоже будет интересно. Выложить черновики моих размышлений. А темы, которые я выбрал для этого, это почему у людей бывают разные мнения. И вторая тема, каким образом удалось западному миру одержать победу над нашей страной, которая шла по пути вот каких-то коммунистических, социалистических идеалов. И почему вот удалось все это развалить, и каким образом сейчас мы пытаемся это повернуть, колесо истории вспять. То есть опять вернуться к идеям, которые доминировали в нашем вот этом 70-летнем эксперименте. А главная идея была, что главное, чтобы человек был хороший, а не то, сколько у него собственности накоплено. А в Западе там, к сожалению, доминирует культ наживы, и главная идея – обогащайтесь. Чем больше ваши капиталы, тем это является более таким показателем того, что вы успешны, что вы развитый человек, что вы достойны того, чтобы находиться на вершинах социума. Ну вот дальше я размещу уже после этого вот те какие-то кусочки моих размышлений, которые являются черновиками для того, чтобы озвучить вот эти две идеи. Ну, можно еще записать такой ролик, почему у России слабая экономика. Это один ролик, и еще один ролик, почему у людей разные мнения. Вот эти две темы можно было бы развить. И
Вот мне пришло в голову, что хорошей иллюстрацией, как Запад боролся с Россией, вот хорошей иллюстрацией этой идеи является мультик «Шпионские страсти». Там такой мальчик-подросток вот захотел сладкой жизни, как на Западе. И вот он ходил по ресторанам, плохо учился, вот. И в результате шпионы, которые посылались в нашу страну с Запада, взяли его в оборот и вот, используя его вот эту жажду, желание жить хорошо, как на Западе, ну, превратили его в предателя нашей Родины. Но в этом мультике показано, что наши силовые структуры не дремали, они вычислили этого подростка и через него вычислили и шпионов, которые занимались идеологическими диверсиями в нашей стране. Вот можно будет эту как бы тему проиллюстрировать в одном из моих видео на YouTube. Вот. Ну а что касается, почему у людей разные мнения, можно будет сказать о теории перевоплощения, можно привести будет рисунок, а почему в 10 классе одни ученики учатся на пятерке, другие хорошисты, третьи троечники, ну и есть небольшое количество в каждом классе двоечников, которые совсем плохо учатся. Ну вот, потому что они все годы учебы в школе одни старательно учились, а другие и имели способности к этому, а у других не было способностей, а поэтому они как бы и не прикладывали усилий для того, чтобы эти способности обрести. Не получается, ну и бог с ним, тогда я буду больше гулять на улице, развлекаться, раз у меня не получается хорошо учиться, зачем мне тратить время на то, что мне не получается. Вот, кстати, вот такие ученики, двоечники, они иногда были хорошими. Ну, по физкультуре у них, как правило, высокие оценки бывали часто. Вот. То есть вот умственные способности особо у них как бы не развиты были, а вот физические за счет того, что они больше времени уделяли спорту, каким-то там играм на воздухе, там гуляли по улице, соревновались в чем-то, там, может быть, даже тренировались, чтобы быть драчунами, чтобы побеждать в драке. Вот двоечники зачастую, эти способности у них были даже более развиты, чем у отличников зачастую. Вот, и можно будет потом привести схему, на которой показана лестница эволюции отдельной личности в течение одного воплощения. Детский сад, первый класс, средняя школа, институт и так далее. И рядом у меня есть рисунок, на котором изображены коренные расы. Лемурийская, атлантическая, арийская и так далее. И вот можно будет, что вот в течение этих рас мы разное усердие проявляли для того, чтобы эволюционировать в направлении духовного развития. Вот. И поэтому и в данном конкретном воплощении мы с разным потенциалом начинаем развиваться дальше. И двоечники – это те, кто в прошлых жизнях плохо учился, а отличники – это те, кто уже в прошлых жизнях старался учиться, набираться опыта жизненного, знаний и эволюционировал, достиг более высоких результатов в прошлых жизнях. И в этой жизни эти все способности, они латентно уже присутствуют в душе, и их только надо как бы по новой раскрыть. Ну, вот как в семенах растений есть семена, которые содержат программы полезных плодовых овощей там, или деревьев, которые приносят сладкие плоды, там, персики, яблоки. А есть семена, из которых вырастают просто сорняки или какие-то деревья, которых только в топку можно бросить и никакой пользы не приносят толком. Вот. И вот так же и люди могут иметь разный потенциал уже при рождении. И вот кто-то
попадая в благоприятные условия, стремительно расцветает и плодоносит дерево такого человека. Вот. А у кого-то семена сорняков пока еще в душе, и они только негативные качества в каждой новой жизни. В первую очередь у них вырастают разные негативные качества, а поскольку они не хотят заниматься самосовершенствованием в духовном направлении, то эти качества они продолжают развивать. Вот поэтому разный уровень людей получается на планете. А поэтому у них и разные мнения. Тот, кто не умеет самостоятельно размышлять, плохо учится в школе жизни, тому, как правило, можно навязать негативные программы. Культ потребления, культ наживы. В результате, если таких людей очень много, все общество становится обществом потребления. То есть идеология тоже работает в этом же направлении, чтобы воспитать людей, которые хотели бы жить роскошно. И для этого во всех средствах массовой информации вот эта идея как бы пропагандируется. А у нас вот как мультики «Шпионские страсти» в России были совсем другие главные идеи. И главная идея была, надо, чтобы человек был хороший, а сколько у него денег, это не самое главное. Вот. Ну, а чтобы был человек хороший, снимали фильмы, которые воспитывают хороших людей, музыку старались пропагандировать, такую, которая делает людей лучше. И вот можно еще провести связь энергетических центров с тем, что доминирует в личности человека. Если у человека уже развита сердечная чакра, анахата, то он добрый, и для него становится важнее быть хорошим человеком, а не заниматься наживой какой-то и иметь девиз «главное потребление». Вот. А у кого центры ниже диафрагмы развиты, ну вот у тех там или сексуальные страсти доминируют, или желание доминировать над окружающими и эксплуатировать их, это вот манипура, если развита, то появляется желание побеждать людей и, используя свою силу, заставлять их на себя работать. Вот это главная задача манипуры. Вот. Ну, а сердечные люди, они не всегда достаточно развиты интеллектуально, потому что вот они слишком много уделяют внимания доброте, терпимости какой-то, а вот борьбе со злом они не уделяют внимания и не умеют побеждать зло за счет того, что вот не тренируют свой интеллект в этом направлении. У демократов и либералов широко бытует такой девиз, что каждый человек должен сам отвечать за то, какой аргументацией он пользуется и какие идеи у него в голове присутствуют. То есть у них такая идея, что вот все должны иметь на свободу слова, а уж человек должен сам выбрать, какое мнение он считает более правильным. Вот. И, в общем-то, в этом утверждении есть и часть правды, но и большая ошибка есть в этом утверждении. И сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что способности размышлять и выбирать информацию из окружающего информационного поля у людей развито не одинаково. Есть люди, которые способны самостоятельно мыслить и формировать свое мнение за счет учитывания разных аргументов и для того, чтобы составить свое мнение о каком-то явлении или процессе. Они рассматривают аргументацию всех сторон и уже после этого делают какие-то выводы. А есть слабые мышлители, которые сами не умеют находить правильные аргументы,
вернее, неправильные аргументы, а наиболее важные какие-то силовые факторы, которые влияют на исход неких вот идеологических битв. И они, как правило, идут на поводу у сильных мыслителей. Вот если какие-то люди, умеющие собирать одностороннюю информацию, очень так умело эти односторонние изложенные факты где-то будут пропагандировать через средства массовой информации, интернет, телевидение, радио, книги, то те, кто не очень способны к мышлению и составлять собственное какое-то мнение, они, как правило, тоже имеют собственное мнение, но навязанное некими агрессивными, сильными мыслителями. Вот, если, например, кто-то хочет внушить, ну, народам того или иного государства, а народные массы, как правило, менее сильные мыслители, чем элита этих государств. И поэтому элита навязывает некие идеи, а народ их просто подхватывает и считает своими. Единственное, что иногда эти идеи противоречат тому, что они на практике как бы в своей жизни получают. Ну, например, им внушают, что любой человек может, приложив достаточно усилий, хорошо отучиться и заняться каким-то бизнесом и стать миллионером. Вот. И вроде бы эта идея для тех, кто хочет жить сладко, в роскоши, она их устраивает. Но потом, попробовав проявлять какое-то усердие, они видят, что у них ничего не получается, что как бы они ни учились, они все равно двоечники и троечники, и с отличниками не получается у них тягаться, сколько они ни старайся. Вот. В бизнесе, когда они пытаются там на бирже манипулировать какими-то акциями, там спекулировать или еще что-то, какой-то бизнес пытаться организовать, то у них все разваливается, и они оказываются в проигрыше, и все деньги у них теряются. А у кого-то получается вот такими как бы способами зарабатывать большие деньги. И вот ставя в пример их, тех, у кого получается, они внушают идею, что это любой может, вот так же, как мы, зарабатывать большие состояния. А это неправда. Люди с небольшими интеллектуальными способностями, с неразвитыми душами, они не способны конкурировать с развитыми мыслителями, всегда будут в проигрыше. Но это все равно, что вот если бы на ринг выпускали такого хорошо подготовленного бойца, владеющего техниками единоборств, и человека с улицы, который никогда в жизни этим не занимался, вот, и пригласили на ринг. Ну, естественно, его легко очень победит подготовленный спортсмен, много лет потративший на то, чтобы вот в единоборствах достичь каких-то результатов. Но точно так же и силы мышления, они тоже многие жизни должны быть натренированы. Ими надо заниматься в течение многих жизней. Но не у всех людей были такие возможности в прошлых жизнях. Потому что при несправедливом общественном устройстве людей, которые имеют слабое мышление, как правило, эксплуатировали тех, у кого мышление более сильное. Легко можно было их обхитрить, навязать какие-то собственные понимания, что такое хорошо и что такое плохо. И вот этой неразвитостью мыслительных способностей, нравственными какими-то проблемами, которые у неразвитых людей тоже существуют. Ну вот их удавалось многие столетия, даже тысячелетия эксплуатировать таких людей. Но сейчас приходит время, когда те люди, которые духовно ориентированы, а они являются развитыми людьми, и не только они являются добрыми, хорошими, этически, как бы культурными, но они еще и многие из них имеют развитое мышление. То есть они умеют добро, которое является главным мотивом их жизни, они умеют его реализовывать.
и умеют оказывать сопротивление тем, кто пытается навязать им культ потребления и культ наживы. Вот. Поэтому вот сейчас таких людей будет рождаться все больше среди разных социальных организмов в разных государствах, и они постепенно будут тоже сражаться на идеологических фронтах. И постепенно их аргументация достигнет сознаний неразвитых масс. И вот как в 1917 году неразвитые массы поддержали вот идеи справедливости, коммунистические идеи, вот Ленин, его сподвижники сумели побороть тех, кто пропагандировал справедливость эксплуатации власть имущих в отношении трудового народа. Вот люди откликнулись на вот эти идеи справедливости, и 70 лет мы пытались идти этим путем. Но потом в какой-то момент, ну вот в фильме «Шпионские страсти» показан подросток, на которого западный мир через своих шпионов начал воздействовать. И вот такое же воздействие стали оказывать на население нашей страны, России. И в результате таких негативных подростков, которые изображены в мультфильме «Шпионские страсти», а еще вот нечто подобное было в прибалтийском фильме «Двойной капкан». Там тоже такой подросток, который всякие западные журнальчики распространял и был вот на побегушках у неких таких бизнесменов, которые там в Риге уже в советские времена пытались вот жить, базируясь на идеалах роскоши, комфорта и вот культа потребления. И вот и мультик «Шпионские страсти», и фильм «Двойной капкан», он показывает, что на каких-то подростков можно воздействовать и сделать их своими агентами. Вот у нас такими агентами получилось сделать очень много людей. Поначалу это были диссиденты какие-то, потом таких людей становилось все больше и больше, и в какой-то момент они стали доминирующей силой в обществе, на всех этажах социума, в том числе и в партийной номенклатуре многие были заражены культом потребления. И вот благодаря этому и произошел переворот. И началась вот эта вся вакханалия, которую мы наблюдали в 90-е годы. Но вот как в мультике «Шпионские страсти» нашим силовикам удалось выявить этих шпионов и подростка, в том числе, который пошел у них на поводу, вот они среди наших как бы людей появились такие, как наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот они оказали противодействие вот этим идеям культа потребления и засилию западных агентов. И постепенно, постепенно вот все придет к тому, что им удастся перевоспитать вот этих подростков, которые были заражены вот этими западными идеями культа потребления. Вот. Ну и правда, этот процесс оказался длительным, и какое-то время пришлось маскироваться, вот как Штирлиц в 17 мгновениях весны носил эсэсовскую, ну, вернее, ну, форму СД. И внешне выглядел как представитель фашистского режима. Так и некоторым нашим силовикам какое-то время приходилось, ну, жить по правилам западного мира и даже как бы озвучивать некие идеи, которые убеждали бы западных силовиков и магнатов, которые всей планете навязывают эту идеологию культа потребления, вот что они свои. Вот. Но постепенно, постепенно удалось провести такую подготовку, когда можно уже вступить в бой с представителями вот этой мировой закулисы. И вот сейчас
на Украине и происходят эти события. Сейчас там мы сражаем, наша армия сражается не с украинским народом, а с идеологическим аппаратом, который навязал нашему братскому украинскому народу некие идеи культа наживы. Ну вот, фактически Украину превратили в того подростка из шпионских страстей, или вот из фильма «Двойной капкан», который стал марионеткой Запада. Вот, и вот сейчас мы боремся не с подростком, а с теми, кто его сделал таковым. Вот. А, к сожалению, подростка при этом придется вот, воздействие силовые оказать. Просто уговорами его не перевоспитаешь. Вот. Ну, вот поэтому вот такая идея про эти два фильма, которые иллюстрируют то, что с нами сейчас происходит. Мультик «Шпионские страсти» и фильм «Двойной капкан». Итак, еще раз коснусь той темы, которая была озвучена в начале этого видео. Значит, почему же миру Запада с его культом потребления и желание жить в роскоши, как доминирующие идеи, победила на идеологическом фронте нашу страну, Союз Советских Социалистических Республик. Дело в том, что хорошие идеи часто поддерживаются людьми, у которых душа уже откликается на такие понятия, как добро, справедливость, честность, отсутствие желания кого-то ущемлять, уже победа над эгоизмом у хороших людей, у многих внутри себя одержана. Но вот их мыслительные способности развиты еще недостаточно. То есть они уже добрые и хорошие, но еще не умеют защищать это добро с помощью своей интеллектуальной силы. И поэтому, когда они пытаются эти идеи пропагандировать, популяризацией этих идей начинают заниматься, народ, который ниже их находится на ступеньках эволюции, широкие народные массы, он зачастую не откликается на эту аргументацию, потому что она очень слабенькая. И звучит зачастую просто как некие голые лозунги, которым люди не верят. А вот та аргументация, которая приводится через средства массовой информации западного мира, она очень убедительна. И она еще таким образом сформирована, что все негативное, что есть в западном мире, оно притушевывается. А вот те возможности обогащаться, которые потенциально есть на Западе, но они доступны только очень ментально развитым людям, но у которых вот этическая составляющая вот отстала от их интеллектуальных способностей. Вот такие эгоисты способны одерживать победу на идеологическом фронте, где победы добра, света, гармонии, красоты, сражаются с идеями хаоса, эгоизма, безобразия всякого, вот, которое сейчас, в которое погружен мир Запада на 90%, вся область культуры, искусства, это как бы негативные, разрушительные идеалы. Вот. Но вот, когда добрые люди недостаточно интеллектуально развиты, у них маленькие интеллектуальные силы, они проигрывают сражения, которые пытаются вести силами зла, силами культа потребления. Но в наше время, благодаря научно-техническому прогрессу, огромные широкие народные массы получили доступ к образованию и начали стремительно овладевать своими интеллектуальными способностями. То есть пытаются развивать не только способность трудиться на своего хозяина, но и самостоятельно размышлять. Это, конечно, пока получается очень слабенько, и зачастую они все-таки
не являются самостоятельными мыслителями, а откликаются на какие-то аргументы от сильных мыслителей, которые вот в элите общества находятся и имеют доступ к средствам массовой информации. Вот. И пока последние десятилетия большим силовым преимуществом обладали силы Запада, проводники, идея культа потребления и роскоши. Ну вот, на территории нашей страны, на территории Китая, постепенно ведется сопротивление этим идеям. Они там по-прежнему еще достаточно сильны, но уже начинаются вот такие сражения, как в Великой Отечественной войне, вот Сталинградская битва, битва под Москвой. Вот эти сражения в нашей стране уже проведены. Мы еще не наступаем на мир Запада с идеями добра и света, но уже остановили его продвижение вглубь нашей страны. И вот уже события на Украине скорее являются уже Курской битвой, а не битвой под Сталинградом. То есть поворот в сражении уже произошел на идеологических фронтах с миром Запада. Но пока еще мы только начали наступать, и впереди еще несколько лет продвижения. Вот как в Великой Отечественной войне, мы уже коренной перелом уже произошел на фронтах Великой Отечественной войны, но штурма Берлина еще придется ждать несколько лет. Так и у нас. Пока мы только начинаем еще разворачивать наши вооруженные силы из отступления, из того, чтобы пятиться на восток, в наступление, в западном направлении. И вот этот процесс будет стремительно нарастать. И возглавляет этот процесс на данном историческом этапе Владимир Владимирович Путин, наш президент. Возможно, на каком-то этапе понадобятся еще более решительные какие-то продвижения в идеологическом, в идеологической схватке. Но тогда уже Владимир Владимирович передаст бразды правления другому человеку, для которого он уже подготовил этот новый этап сражений с Западом, и он уже сможет продолжить то дело, которое начал наш президент. Пока еще многие годы ему приходилось, вот как в фильме, в сериале «Сена знания весны», пока еще ему приходилось носить форму офицера СД и изображать из себя лояльного миру Запада человека. Но сейчас, наконец, появилась возможность вступить в открытую схватку с миром Запада, и можно уже снять этот мундир офицера СД и одеть форму разведчика Исаева. Вот те, кто читал серию романов Юлиана Семенова, еще до произведения «Сена знания весны», там были другие произведения, в которых показана судьба нашего этого полковника Исаева, каким образом он еще после гражданской войны начал заниматься той деятельностью, которая привела его в Берлин во время Великой Отечественной войны. «Бриллианты для диктатуры пролетариата», там другие произведения есть. «Майор Вихрь» тоже на эту же тему. Это все произведения Юлиана Семенова, которые повествуют, в которой затрагиваются предыдущие какие-то моменты, связанные с судьбой Штирлица, полковника Исаева. Этот фрагмент аудиоспроизведения я на этом тоже закончу. Итак, поясню.
причину того, что сегодня я решил выложить именно черновики своих размышлений. Ну, чтобы проиллюстрировать какими-то понятными образами ответ на свой, на этот вопрос, я предлагаю вам вот сделать такое сравнение с творчеством художников. Ну вот, когда мы приходим в русский музей или в Эрмитаж, или в другой музей какой-то, где сосредоточены полотна художников, мы видим уже законченные произведения искусства, как правило. Есть, конечно, и в Третьяковской галерее, и в других музеях какие-то наброски, какие-то эскизы к будущим полотнам, но в основном там находятся все-таки в музеях законченные произведения. А вот для того, чтобы человек сам научился создавать художественные произведения, ему очень важно понять ту технологию, каким образом создаются подобные произведения. А они никогда не пишутся начисто. Сначала делается некий набросок карандашом или углем на холсте или на листе бумаги. Затем начинается грунтовка, вернее, не грунтовка, а какие-то широкие вот эти фоновые закрашивания, там небо, почвы, там земли, какой-то, какие-то на лице общее как бы пятно на всем лице такого бежевого цвета там или телесного цвета. И лишь затем начинается проработка каких-то уже, ну, в цвете и кисточкой, и более тонкой, уже каких-то частностей, уже и более точные линии носа, ушей, глаз, уже более детальная проработка идет. Точно так же и при создании каких-то результатов размышлений, этому процессу всегда предшествует процесс появления каких-то набросков в сознании, каких-то черновиков. И вот из них уже на их базе, как правило, начинается дальнейшее как бы уточнение этих идей и их оформление в виде уже законченных аудиовысказываний. Ну, вот я хочу сказать, что уже упоминал тот факт, что я являюсь автором учения доброй воли. Так вот, это учение тоже родилось в неком варианте чистовика не сразу. Формулирование учения доброй воли предшествовал этап вынашивания всех этих идей во время моего знакомства с различными эстерическими учениями, философскими какими-то книгами, художественными фильмами, музыкой и прочее. То есть, вот как бы формулирование идеи учения доброй воли предшествовал подготовительный этап. И на каком-то этапе мне в сознание начали приходить различные как бы интересные такие семена идей, которые я где-то в конце 90-х годов, в начале 2000-х, начал записывать сначала в записные книжки небольшого формата, чтобы они всегда были под рукой. Я носил в кармане ручку и маленькую записную книжку и какие-то свои мысли записывал. Но упорядочивать эту информацию было довольно сложно, да и мелким текстом писать, ну, тоже как бы не очень удобно. И через какое-то время я перешел к тому, что начал записывать свои вот эти черновики каких-то размышлений в толстые тетради, которыми пользуются студенты. Вот тетрадь в клеточку 96 листов. Вот в советское время все студенты лекции писали в такие тетради. Вот я закупил стопку таких тетрадей и начал записывать свои мысли, которые ко мне стали приходить в сознание, вот в такие тетради. Затем появился интернет, и какие-то аргументы, которые частично уже мной были записаны вот на бумаге, я стал уже озвучивать на форумах. Поначалу это был рейвский форум, там, где вот главными лицами были Владимир Чернявский, там Атаманенко был, еще кто-то.
некий манас, который потом переименовался в Кайвасату. Ну вот они там были модераторами и теми, кто регулировал работу этого форума. Ну, в какой-то момент я наткнулся на догматизм вот у представителя рейвского вот этого движения, и мне стало уже некомфортно делиться своими размышлениями на этой площадке. И мне в какое-то время стало более комфортно дискутировать на площадке Теосовского форума. Там руководили ими Константин Зайцев и его некоторые единомышленники. Вот. Ну, несколько лет я с удовольствием размышлял и приводил аргументы каких-то своих размышлений на этом форуме. Но потом мне и там стало как-то очень некомфортно. И к этому моменту уже вовсю шла работа над чистовиком учения доброй воли. Вот я решил меньше время тратить в работе каких-то участия форумов, поменьше стал участвовать, тратить время на обсуждениях на площадках разных форумов, а больше стал уже заниматься оформлением чистовика этих размышлений в виде учения доброй воли. Затем появилась возможность создавать некие видеофильмы с моими размышлениями. Это, как правило, уже было связано с тем, что на YouTube появилась возможность публиковать не только маленькие ролики. Сначала они были не больше 10 минут, потом не больше 15 минут. А на каком-то этапе появилась возможность выкладывать любой длительности видеоматериалы. В том числе там больше часа, двух и даже там 3-5. Вот. И в этот момент я стал уже работать над созданием видео каких-то фильмов и видео размышлений на разные темы. И для того, чтобы делать это, приходилось сначала хорошенько готовиться к размышлениям на какую-то тему и создавать некие фильмы. Сначала я пытался на зеркалку снимать, чтобы качество было получше, но чтобы зеркалку привести в режим готовности к записи, это достаточно такой длительный процесс, особенно когда я еще старался на природе записывать эти размышления свои. И потом я через какое-то время стал пользоваться уже возможностями смартфона. Вот когда смартфоны уже вышли на более высокий уровень создания видеофайлов, поначалу это были очень такие некачественные видеоролики, которые можно было снимать на смартфоны. А затем постепенно появилась возможность снимать в качестве Full HD. Качество звука стало получше. Стабилизация появилась на некоторых моделях. И я постепенно перешел уже к записи видео своих фрагментов каких-то размышлений с помощью смартфона. И еще дальше у меня появилась мысль, что даже для того, чтобы записать видео размышления, это надо все-таки, мне нравилось на природе их записывать, чтобы было хорошее освещение, чтобы фон был такой гармоничный, или на берегу Финского залива, или в каком-то парке, в моменты, где там мало людей. Но потом я подумал, что иногда какие-то мысли приходят утром после сна, и если не записать их сразу каким-либо образом, не зафиксировать их, то они зачастую уже из сознания растворяются. И очень трудно потом оживить их в каком-то месте, куда я мог на велосипеде подъехать со смартфоном, установить смартфон на селфи-палку и начать записывать какие-то свои размышления. И я подумал, а почему не начать уже записывать просто аудиоразмышления. И вот у меня где-то чуть меньше года назад появился смартфон более качественный, который мог и видео записывать и со стабилизацией, и с более высоким качеством. Но и аудио этот смартфон тоже стал записывать довольно неплохого качества. Я пытался до этого использовать Zoom H1,
такой очень популярный у блогеров аудиоустройство, которое позволяет, вот, помещаясь в кулаке, записывать очень качественный звук, аудиорекорд. Ну вот постепенно и смартфоны стали записывать довольно неплохой по качеству звук. И вот я сейчас многие свои размышления, когда просыпаюсь иногда рано утром, и вот сознание начинает литься какие-то мысли, я их записываю на смартфон в виде аудиофайлов и выкладываю на YouTube уже аудиоразмышления. Таким образом, постепенно вот как-то оформление моих размышлений эволюционировало. Какие-то свои аудиоразмышления я иллюстрирую большим количеством картинок, схем, иллюстраций из интернета. Вот. А какие-то просто выкладываю в виде только аудиофайла. Ну, с картинкой, ну, какой-то свой портрет размещаю, как автор этих размышлений. И дальше никаких картинок уже нету. Только вот само размышление идет в аудиоварианте. Ну, это, конечно, не последний вариант того, каким образом выкладываются некие идеи. Ну, вот пока я остановился вот на этом этапе, как наиболее удобным. Но, конечно, я буду снимать и видео, какие-то высказывания на природе, у залива, с помощью селфи-палки. И на зеркалку какие-то, видимо, тоже буду создавать со временем более качественные видеоматериалы. Но пока мне удобно вот записывать результаты своих размышлений вот на аудио. Вот. И этот файл я тоже на этом пока заканчиваю. Еще хочу добавить небольшой аудиофрагмент о том, что вот те черновики размышлений, каких-то идей, которые внезапно вдруг врываются в сознание, вот их очень важно фиксировать в тот момент, когда они наиболее ярко освещают своим светом вот то, что пришло откуда-то свыше. И вот все, кто уже почувствовал вкус к неким самостоятельным размышлениям, тем хорошо знакомо такое явление, как исчезание из памяти тех идей, которые не были тут же зафиксированы. Ну, для меня это было как бы наиболее яркими такими проявлениями, ну, на каких-то начальных этапах того моего эволюционного пути, когда вот в сознание стали вливаться какие-то светлые образы, светлые идеи, какие-то мысли, формы. Вот, на первых шагах очень многие из них пропадали. То есть вдруг они внезапно появлялись в сознании, мне казалось, ох, как здорово, какая шикарная мысль пришла мне в голову. Но если ее тут же не зафиксировать, или на листочке бумаги, или в виде записи аудиофайла, то через какое-то время они из сознания пропадают, эти вот яркие, светящиеся идеи, которые надо формализовать, перевести в какие-то тексты или аудиозаписи, или видеозаписи. Вот, если этого не сделать, то они через какое-то время пропадают, и вернуть всю свежесть, всю красоту того, что в тот момент пришло, практически нереально. Другое дело, что через какое-то время ты можешь опять попасть в ситуацию, когда в какой-то гармоничной среде, на природе или в какой-то тишине в своей комнате, или на заливе, там, или еще где-то, вдруг опять начинает литься в сознание те образы, которые ранее были уже, ну, зафиксированы, но в сознании, но не формализованы на листе бумаги или в виде аудиозаписи. Вот они иногда повторно начинают литься, и вот в этот момент многое из того, что уже забылось, вдруг опять возникает в памяти. То есть сказать, что безвозвратно какие-то идеи пропадают, ну, сказать так, это было бы, ну, погрешить против истины.
На каком-то этапе они вновь возвращаются. Но что очень важно? Важно фиксировать черновики этих размышлений для того, чтобы со временем, посмотрев какие-то черновики прошлых своих лет, ты мог понять, каким путем шло расширение твоего сознания и каких-то способностей к размышлениям. То есть сначала это довольно робкие попытки всегда на первых шагах, как в любом искусстве, как в любом деле. Если человек решил стать художником, то первые его наброски, эскизы, зарисовки очень такие примитивные получаются. И только многолетняя работа над усовершенствованием техники, живописи, рисунка, других каких-то видах искусств, сочинения музыки или игры на каком-то музыкальном инструменте, приводит, ну, к высокому профессиональному уровню. Точно то же самое происходит и с умением размышлять. Но если не фиксировать вот первые свои шаги, то будет не всегда понятно, а как ты пришел к неким способностям. И вот я считаю, что все, кто вот идет по целине и фиксирует некие новые идеи, которые вот приходят к ним в сознание, должны показать свою собственную эволюцию этой способности, фиксировать некие высшие идеи. Тогда тем, кто пойдет по вашему следу, будет понятно, что даже мощного уровня мыслители начинали довольно с примитивных каких-то попыток формулировать свои мысли. Вот. Поэтому очень важно фиксировать. И в связи с тем, что первые мои попытки фиксирования каких-то размышлений были реализованы с помощью записей на бумагу, то в какой-то момент, когда появился компьютер, когда появились смартфоны, цифровые фотоаппараты, я подумал, ну, очень неудобно рыться в своем архиве. Вот у меня эти всякие записные книжки, толстые тетради с моими записями, разложены по коробкам каким-то в шкафу. Но для того, чтобы найти нужный фрагмент какого-то периода времени и на какую-то тему, ну, очень трудно перерыть все эти записи во всех этих коробках. И они зачастую как-то не очень упорядоченно еще были сложены поначалу. Ну и потом я пришел к такому варианту архивирования. Во-первых, все, что пишется на бумажке, обязательно надо сопровождать датой и временем дня. То есть обязательно записать, вот если бы сегодняшнюю попытку предприняли к размышлению, на листочке стали записывать, то надо было бы написать дату и время дня, в которое была эта запись реализована. Вот. И тогда очень легко будет прослеживать, как с годами усовершенствовалась ваша способность к размышлениям и к самостоятельным каким-то новым находкам, зафиксированным с помощью вот сверхсознания, из каузального мира, приема неких идей. Вот. Вот постепенно я понял, что очень удобно, когда ты пишешь дату и время дня, то очень удобно находить какие-то фрагменты, в какое время они были сделаны. И потом, когда появилась возможность оцифровать все эти записи, поначалу я это делал цифровым фотоаппаратом в начале 2000-х, а сейчас уже любой смартфон позволяет сфотографировать любые тексты, которые от руки сделаны. И вот все тетради, все записные книжки, ну, по крайней мере, наиболее важные какие-то записи, которые я посчитал первоочередной необходимостью оцифровать, в какое-то время я брал просто вот стопку каких-то или листочков с записями, или тетради, или записных книжек, садился на велосипед, ехал на берег залива, и там у меня есть такое место, где камнями укреплен берег Финского залива. Вот там не очень много отдыхающих, купающихся. Вот на этих камнях я раскладывался со своими этими текстами, зафиксированными ручкой и карандашом, фотографировал все эти листочки, или отдельные листочки, или тетради, или записные книжки. И потом дома уже каждую страничку я располагал в какие-то папки. Папка там 2001 года, папка 2002 года, папка 2003 года. А эти года по месяцам еще там материалы можно разложить. Январь, февраль, март. Вот каждая запись
Можно конкретно в январь 2001 года, февраль 2001 года. Вот. И постепенно вот у меня весь архив, а потом я еще скинул их на внешние диски, потому что, ну, в те времена еще иногда бывали такие ситуации, когда ломались жесткие диски, они еще были не очень совершенными. У меня такого ни разу не было, но у каких-то моих знакомых такое происходило иногда. То есть потеря всего архива, который на жестких дисках компьютера находился. И вот, чтобы не потерять весь мой архив, я стал покупать внешние диски, там, размером 1 терабайт, 2 терабайта, последний диск уже 8 терабайт я купил. И вот некоторые самые важные файлы я дублирую на нескольких внешних винчестерах, жестких дисках памяти, а какие-то, ну, на внешних жестких дисках, ну, последних моделей. Ну, самый важный из них потом можно будет перекинуть на еще более качественные жесткие диски. Когда появится, например, внешнее устройство памяти с намного более быстрым способом записи на эти диски и извлечения с этих дисков. Ведь сначала мы записывали с помощью флешек каких-то, по проводам, по USB передавали. Потом появилась возможность USB 2 кабель использовать, потом USB 3, и скорость обмена с фотоаппарата цифрового или со смартфона на жесткие диски компьютера, а потом на внешние жесткие диски, намного увеличилась. И я допускаю, что в какой-то момент смогу перекинуть вот уже с этих старых своих внешних дисков на какие-то новые, которые будут более качественные, более надежные, и на которые можно будет скидывать информацию с намного большей скоростью. Таким образом, все мои тексты, которые я записывал в тетрадку, сейчас у меня находятся и на внешних жестких дисках, и на дисках последнего моего компьютера, который уже довольно высокого поколения, хорошим быстродействием. И вот там у меня есть папочки со всеми моими записями за все года и за все месяцы этих годов. Вот разложены. И теперь любой текст гораздо проще находить. А кроме того, можно еще создавать тематические подборки. То есть с помощью инструмента ножницы можно, открыв какой-то текстовый файл, сделанный от руки, вырезать его с экрана монитора и закинуть в некую папку на какую-то конкретную тему. Таким образом, даже текстовые архивы, которые очень неудобно пользоваться которыми и находить нужный текст, сделанный от руки, вот после того, как их оцифровали и сделали из них какие-то подборки по каким-то темам, совсем просто стало находить нужные файлы, которые были сделаны в прошлом. Вот. И поэтому я всем очень рекомендую, если у вас уже накопился большой архив текстов, сделанных от руки или даже там выпечатали на машинке, но на листах бумаги, то их надо перефотографировать или с помощью цифрового фотоаппарата, или с помощью смартфона, и сначала занести на жесткий диск вашего основного компьютера, а потом перекинуть на внешние винчестеры или внешние жесткие диски устройства памяти. Вот очень рекомендую, это очень удобно. И на этом я этот файл тоже пока заканчиваю. Да, забыл добавить, что почему я делал оцифровку своих текстов именно на берегу залива, там или где-то иногда в парке выходил в солнечную погоду. Дело в том, что даже самое лучшее освещение, которое можно в помещении создать, оно не очень качественное. Вот использовать лучи солнца для оцифровки текстов намного более удобно. И вот когда я езжу на залив, я заодно купаюсь, загораю, ну и чтобы не терять время, значит, искупался, немножко подвысок, и начинаю фотографировать свои вот рукописи, сделанные в записных книжках или в толстых тетрадях. Ну, для этого я, как правило, использовал какую-то из пластика ровную подкладку, такую типа, ну такой, или лист фанерки можно взять, или из синтетических каких-то материалов, ровный такой прямоугольник размером, ну, в 2-3 раза больше, чем лист А4 машинописный. Вот, на него клал свои заметки. А если толстые тетради как бы не очень удобно, ну, делать плоскими, ну, они же там пытаются, вот ты открыл на какой-то странице, они пытаются, ну,
подняться от плоского состояния, там сами под натиском ветра иногда как бы перелистываться. Вот. И для того, чтобы это устранить, я иногда брал кусок стекла и стеклом накрывал записные книжки или тетради, записи в тетрадях. И тогда просто перелистываешь очередную страницу тетради, накрываешь стеклом, прозрачным стеклом их, которое прижимает их и делает плоскими, и после этого фотографируешь. Ну вот, иногда какие-то листы бумаги даже без стекла удавалось довольно быстро фотографировать. Ну вот, если такой момент типа ветра или что-то мешает, можно стеклом накрывать. Вот. И совмещаешь несколько одновременно полезных дел. Ты и архив оцифровываешь, и заодно купаешься или загораешь там где-то, находишься в парке на природе. Ну вот, и вам тоже рекомендую таким образом поступить при оцифровке, а не тратить свое время, когда вы находитесь дома. Ну, лучше все-таки дождаться лета и оцифровать его в солнечную погоду. А если вы еще эти тексты помещаете на солнце, то резкость намного легче наводить автофокусировки, если хорошее освещение. При плохом освещении автофокусировка работает хуже. Поэтому вот в солнечную погоду это делать намного легче и проще. Вот такой совет вам дам.